Яблоневая аллея на улице Профинтерна. Сегодня здесь собрались те, кто уважает и чтит память об Алексее Скурлатове. Алтайский фронтовик, прошедший всю войну, стал прототипом знаменитого памятника Алёше в Болгарии, олицетворением советского воина-победителя. Очень много героев Алёш, которые ушли на фронт с Алтайского края и не вернулись. Были и Алёши, которые вернулись с фронта, но уже в силу возраста, наверное, уже почти нет живых. Пусть это будет память и им тоже, всем Алешам, которые ушли воевать с Алтая. Присвоить пешеходной зоне имя Скурлатова предложили активисты Общероссийского народного фронта. Идею поддержала и власти, и рядовые горожане. По мнению людей, аллея и монумент помогут приобщить молодежь к патриотизму. Для моих ровесников, кто прожил, родился во время войны, до войны, ну и до сих пор, это очень важно, очень важно. И не только как бы для нас, я думаю, что это для молодежи. Сейчас так мало всего, и как бы для молодежи должна все это знать, что вот были такие люди и сейчас еще есть. Чтобы мы вот такое поколение чуть-чуть понимали, что люди служат в армии и так далее, и защищают Родину. Аллея Скурлатова появилась на одном из прежде безымянных городских мест. Таких в городе еще немало, говорят активисты, и предлагают включиться в работу по присвоению им названий в честь выдающихся земляков. Предложение от всех желающих принимает культурологическая комиссия Барнаула. Мария Микшута, Николай Шулко. День с толком.